Привет, мои дорогие! Ну что, соскучились по милым видео и пушистым лапкам? Тогда давайте скорее смотреть мои ролики. Представляем вам новый тизер фильма «Король-кот». Да уж, судя по габаритам этого актера, снимается он только за котлетки. А эти лапки точно не для царапок. Хотя вы, наверное, слышали, что российские ученые создали средство от ран из искусственной паутины. Теперь можно не бояться острых когтей. Как говорится, заживет, как на братьях наших лающих. У этого котика пятница, похоже, началась раньше времени. Пожелаем вам таких же классных домашних вечеринок. Этого пушистика в сети прозвали настоящим депутатом. И как ему не стыдно быть таким фотогеничным? Украсил собой кадр. Ну и напоследок просто немного милых лапок. И я своими вас тоже обнимяю. Желаю вам отличной недели. Не забывайте смотреть мои видео и ставить лайки. На этом все. Мурмяу. Пока.